Я просто шла на работу, оно кис-кис на меня не отзывается, я даже не дернулась. Я подумала, что может что-то не так, и подхожу, смотрю, она дышит, но не реагирует вообще никак. Ее трусило, очень сильные судороги ее хватали, и очень-очень обильное слюноотделение. Я думаю, на работу идти, кажется, не получится. Я позвонила начальству, они меня отпустили, разрешили опоздать, и я кошечку на руки и понесла в клинику ближайшую. Но нас оттуда отправили, Санечку. Выбирайте, куда лучше. Да. Она у нас и сказали отвезти ее на Библика, но ее забрали, сказали, шансов мало, и я уже так готовимся к худшему, надеемся на лучшее. И в тот же день я выложила еще в Инстаграм с постом по поводу того, что нашла кошку, нужно помочь. И я очень удивилась, и очень было приятно, потому что очень многие мои там друзья, знакомые, они все спрашивали номер карты, пересылали денежку, поэтому все очень сильно переживали за нее, очень сильно беспокоились за то, как она себя чувствует. И каждый раз, когда там ей становилось хуже, лучше, я ж всем отчеты, все переживают. И уже заранее, когда уже и стало понятно, что ей становится лучше, уже заранее начали думать за то, что ее надо будет потом куда-то пристраивать, потому что мы нашли, мы ответственные, надо так или иначе найти ей потом дом, чтобы она была счастлива. И сейчас ребята забрали в любящую семью. И девочка, которая взяла, она сказала, что она изначально, если брать котика, то котика, которому нужно будет помочь, которого нужно будет спасти, так или иначе. Да я вообще не считаю, что кто-то должен проходить мимо. Не знаю, какое-то внутреннее понимание того, что для кого-то каждый из нас должен быть немножко супергероем. Не бояться. Я понимаю, что я боялась, очень боялась, но все-таки вот эта вот решительность и переживание за кого-то там еще, это сыграло большую роль. Не бояться просто. Любая помощь, она может оказаться действительно единственной, даже так. Единственно важный. Хай життя переможе все. Абсолютно точно.